Дорогие друзья, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Ровно 60 лет назад, 12 апреля, произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории. Космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет. А человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин, наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история. История пилотируемых космических полетов. Наши ученые-конструкторы продемонстрировали тогда неоспоримое превосходство отечественных технологий и сделали нас первой космической державой. А легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей, для нас в том числе. Друзья, в этот день мы хотим поздравить всех с этим праздником и юбилеем. Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса. Еще раз с праздником, с Днем космонавтики. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков. Сергей Кузьмичков. Олег Новицкий. И Петр Дубров. С праздником!